Вопросы засыпаю знатокам. Вывезут строители этот мусор или не вывезут? А если вывезут, то куда? Из кабинета прохол. Я, знаете, что пока ни слова нет, как говорится, за руководство, я хочу сказать. Мы все живем в одном районе. Совхоз, гарнизон, наш южный городок, Нахаловка, Федоровская. Понимаете, мы все один, у нас у всех одна и та же проблема, одна и та же беда. И когда начинают, мы в совхозе, нас ваши проблемы не интересуют, понимаете? Мы в гарнизоне, нас не интересуют. Так нельзя делать. Просто нельзя. И если, как говорится, какие-то проблемы у жителей, допустим, вот улиц Софьи Перовской, понимаете, значит, мы все вместе должны эти проблемы решать. И если у кого-то проблемы на Никитской, тоже должны это самое решать. Проведение профилактических мероприятий. Пожалуйста, приходите. Мы это делали в прошлую субботу. Были очень расстроены, что не было явки. Врачи сидят, а людей нет. Точно такая же история делается для детей на Ливаневского, 18, детской поликлиники. Тоже вся лаборатория, вся диагностика, узкие специалисты. Все для вас. И практически каждую субботу мы что-то проводим. Приходите, пожалуйста, как доносить, но буду через... Добрый день, уважаемые жители поселка Любимовка, Софьеперовская, улица Южногородская, школьная и Нижегородская, да? Южногородская и Гарнизон. Во вторник у нас была предварительная встреча в районе остановки Софьеперовской с представителями Севавтодора и депутатами внутригородского муниципального образования и депутатом законодательного собрания, который возглавляет комитет по городскому хозяйству Камзоловым Вячеславом Юрьевичем, где были освещены вопросы переноса остановки, потому что возникает очень много вопросов. Люди едут каждое утро и видят, что происходит на остановке. Значит, строительные дорожные работы тоже вызывают много вопросов. И для этого в соцсетях, и не в соцсетях, и в личном общении с депутатами мы подняли этот вопрос. То есть сейчас люди откликнулись, глава нашего внутригородского муниципального образования Лазарев Михаил Вячеславович и его заместитель Сергей Александрович сегодня здесь. Они приехали и во вторник, и сегодня приехали к нам. Поэтому нам нужно сейчас решить под протокол все вопросы, которые касаются данной темы. Если у вас есть какие-то свои, вносить в протокол тоже будем свои видения. Вот сейчас по ливневке возник вопрос уже, потому что мы сразу после встречи пошли и посмотрели, что трубу уже убрали. Тоже это большой вопрос, потому что он будет серьезные проблемы вносить, потому что у нас в районе остановки всегда озеро. После первых же дождей у нас озеро. И там, где стоит у нас этот ларек этот стоит, я Ранитет, вообще не понимаю его предназначение, почему он там вообще стоит и встал на ливневке, но это уже другой вопрос. Поэтому сейчас мы заслушаем, я переписала всех присутствующих, мы заслушаем сейчас результаты встречи во вторник. А это дорожно-транспортная инфраструктура, текущий ремонт дорожного полотна, дорожная разметка, дорожные знаки и обозначения. И если у вас есть желание выступить, значит, выступаем с конкретными предложениями, мы вносим их в протокол. Потом никому не расходиться, попрошу. Протокол нужно будет подписать, передаем Сергею Александровичу и дальше по схеме. То есть он передает себе в Автодор, и с учетом наших замечаний их должны будут исполнить. Какие схемы? Кто у нас первый выступающий? Сергей Александрович. Да, Витик, давай. Витик Нарайрович, пожалуйста. В результате встречи то, что были приглашены. Представьтесь, пожалуйста. Арутюнян Витик Нарайрович. Депутат муниципального совета Нахимовского муниципального. И, пожалуйста, громче говорите. Последний редактор не слышит вас. Я визитки потом оставлю. Что вы говорите? Есть вопросы. Сегодня все собрались, чтобы его решить. Всех волнующие вопросы есть на данном отрезке участке. Было обращение жителей. Мой адрес, да, волнует островок безопасности, то, что его хотели в Бордюре. Как видите, Севавтодор. Пригласили с департамента, пришли при устной встрече к общему знаменателю, что жители против этого бордюрного островка. И было принято решение, что наше предложение, чтобы внесли изменения в проектную документацию. Вот в связи с этим мы сегодня здесь собрались, чтобы
Можно я добавлю? Да, да. А какой проект? Главный вопрос, помимо... Что там так, хотят подождите, секундочку. Ну, никто не видел этого проекта. Так, вот сейчас опять сорвется. Можно я закончу, а потом вы выйдете? У меня у вас еще мы не перебиваем. Давайте по очереди. Человек выступит, потом все остальные. Это первый вопрос. Второй вопрос. Там есть ливневка, которая всех беспокоит, правильно? Местонахождение остановки. Хорошо, может кто-то еще третью предложит. И плюс самый тоже основной вопрос, это закольцевать маршрут 52-го транспорта, чтобы он ходил кругом. Потому что было тоже, Валерий Михайлович много лет этим вопросом занимался, да, его имя тоже жители писали обращение, чтобы закольцевать этот маршрут. И плюс, соответственно, удалить конечную остановку. Потому что это мешает маленький пятачок, там машины не развернуться, не встать, это неудобно. И на пляж не проехать. Совершенно верно. Самое главное. Вот люди все идут. Определенные вопросы, которые мы сегодня собрались, и чтобы... Значит, вот у меня сразу к вам вопрос. По отношению островка безопасности мне стало понятно, что там просто будет разметка, нанесенная... Уменьшенная, видите, чтобы хорошо. Грузовик да, не развал... Нанесенная на... асфальте. Да, все. Совершенно вопрос верно. Отпал. Да. Следующий вопрос. Вопрос по поводу остановки Софьи Перовской, которая стоит на Качинской дороге. На Качинской дороге вам представитель Давыченко, он же вам сказал, что эта остановка не будет убираться. Да. Тот павильон, который сейчас стоит, он просто перенесется сюда, ближе к каменной остановке. А куда же он там перенесется? Там делают. Если, я только сегодня ходил к нему. Странно, там некуда переносить. Сейчас там магазин. Рабочие, нет, не магазин, а дальше туда, вдоль дороги. Вот сейчас пойдите пешком, будете. Куда на выезд? Вот сюда на выезд. От бордюра. Ну, я так понял, зачем это на выезд? На перекрестке останавливать автобус не имеет права. Они там остановку или вообще на перекрестке. А этого нельзя делать. Ну там же стоит остановка до перекрестка еще. Она на перекрестке. До перекрестка нет. Ладно, потом. Вот это все есть. Это надо просто знать. Качинскому шоссе. Я только что был там, все снимал. Все знаете. Это как раз мы выходим. Да, да. И вот так вот до самого конца. Пишу. То есть тротуар. Потому что в прошлый раз, когда 2 года или 1.5 года назад делали уже косметический ремонт дороги. В прошлом году делали. А в прошлом году. И сказали, что сделали тротуары. Вот но меня интересует вопрос. Видят, какие значит, они. Тогда был косметический ремонт. Сейчас опять косметический ремонт. Есть вопрос, давайте тротуар к улице Южногородская. По Качинскому шоссе. По Качинскому шоссе от 32-го дома до 42-го. Это по четной стороне. И здесь от магазина. И там каким домом? По-моему, 11-м заканчивается пешеходный тротуар. Там его вообще нет, он просто разбит. В двух словах. Давай, сегодня, позавчера на встрече, в принципе, достигнуты определенные соглашения, да, пришли к чему-то. Вот, нет, это дополнительно. Убрать вот этот островок в бордюре, мы сейчас нанесем это все. Его в краске нанести в уменьшенном виде, чтобы там большие грузы разворачивать и обеспечить дорожно-транспортное вот это движение. И сохранить нам остановку, потому что представитель подрядчика, если я правильно поняла, он нам сказал русским языком, что эту остановку у нас убирают, и остановка будет вот здесь, в районе... А вот чтобы это не были слова, мы сейчас это все... Значит, мы сейчас проголосуем за каменную остановку, которая остается. Да, а та остановка по требованию, правильно? Да. Дело в том, что, понимаешь, пожалуйста, можно делать через 400-300 метров, можно делать на каждом метре эти остановки, если они востребованы. Угу. Но это самая востребованная остановка. Я как жертв гарнизона пропускаю по главной. Пропускаю автобус, который заходит на остановку. И опять я должен его объезжать. Как мне там выезжать? Вы опять как, откуда остановку убираете, сюда переносите потребы? Да не нужна там остановка. Но вы там... про что сейчас? Про какую я остановку? Про ту, которую вы монтируете с правой стороны дальше, по ходу. Вот море. Море справа, а она с кармана. Вы скажите, за мусор. У нас есть там остановка. Послушайте, пожалуйста. У меня есть обращение от частного сектора.
Люди просят там остановку. Она была там всегда. Что? Не было ее. Да, не было. Не было. Там детский сад. Вообще никогда. Дима, скажи, ты жил напротив этой остановки, она всегда там была? Никогда ей не пользовались. Ей не пользовались, она была. Она по требованию была всегда обычно. Это остановка была по требованию. Да. Два раза в день. Хорошо, можно вопрос командам? В сторону пляжа есть большая территория пляжа. Если я в магазин приехал, а не на пляж, что мне делать? Где мне остановиться? Чтобы не подойти. Я вам нарисую. Если знака запрещающего остановку нет, имейте право остановиться. Ну вот на машине поехать в магазин. Если знака запрещающего нет, можете ставить машину, какие проблемы? Так они поставили и пошли к морю. Имейте меня другой совсем. А такси стоят. Такси. А теперь где они? Я не знаю, где такси. Есть городская служба дорожная. Они определяют место парковки такси. Если знак поставили, запрещена остановка, значит нельзя там останавливаться. Вас все устроило, вы вот прошли. Нет, меня много чего не устроило. Но я конкретно по остановке ничего сказать не могу. Если приезжают отдыхающие, пусть паркуются вот там, где бы там море сделали им. А если местные в магазин хотят? Я же сказал, если знака запрещающего нет, имейте право остановиться. Одни проблемы сейчас. Валерий Михайлович, к нам приехал сейчас представитель перевозчика. Вот очень-очень вовремя. Эрнест Юсупович, пожалуйста. Сейчас Валерий Михайлович расскажет ситуацию по конечной остановке. Гарнизон. Потому что это то, что я говорила. Потому что там действительно аварийная ситуация. А Эрнест Юсупович расскажет ситуацию по движению по Федоровской улице. Потому что улица очень узкая. И как будет передвигаться там транспорт. Пожалуйста, Валерий Михайлович. Уважаемые жители совхоза Суперовский гарнизона. Я вот не был вот плохо, что когда были представители Автодора и вот что здесь решалось, конечно, меня пригласили, но у нас были мероприятия. Я вот что услышал по остановке Софьи Перовской, все слышно? Да. Мне вот такой вопрос затронул, вам здесь жить, чтобы не получилось вместо старой снятой этой остановки двухэтажный магазин. Вот это я вам хочу сказать, это я вижу и слышу. Понимаете, есть вещи, которые как менеджер я слышу. Вот, а вы чувствуете? Это я вот просто что услышал вот сейчас за этого. Это один аспект. Понимаете, что мы сделаем кому-то услугу, а проблема останется та же. Это первое. Мне задавали много вопросов, давайте сделаем одностороннее движение, то есть возле гарнизона. По кругу. По кругу. Да. По кругу. Ну и одностороннее. Я связался с командованием части, вы знаете, мы от этого не отойдем. Это наши защитники, это армия. Однозначно одностороннего движения не будет. Ведь помните 80-е годы, мы говорим, дорога узкая, там зауженная, ходили и карусы с гармонией. Да, помните? Да, да, хватало дороги, хватало встречной. Я хотел бы задать вопрос Автодору вот здесь. Почему нельзя вот этот косогор, где заканчиваются пятиэтажки, 2 метра убрать, расширить? Убрать, мы такие на Ялте пирамиды переносим. Да, эфиопцы, вы видели, а мы не можем обрезать 1.5-2 метра, расширить дорогу и проблему делать. Заютили эту для детской коляски не пройти. А от магазина Белевича, там правильно, дома построили. Да, ну там, а здесь, то можно сделать пока. Ну, почему этот вопрос никто не поднимает? Мы сами себе создаем проблему. Но самая главная проблема, понимаете, меня никто не слышит. И был департамент по территориальному развитию нашего города, приезжал 2 года назад. Мы в библиотеке слушались, вот, послушали и услышали. Вот. Приезжал губернатор Михаил Владимирович, он нам тоже что-то пообещал. И я думаю, он еще приедет, потому что уже письмо ему готовится. А причина в чем? Автобус 52-й, который раньше ходил, как раньше, подходит к остановке, если ее можно назвать, 2 черепицы, 3 шифера. Это позорище 21 века. В деревнях стоят намного лучше эти остановки, чем у нас. Неужели нельзя этого павильона сделать? Вот. Но это ладно, потерпим мы. Но понимаете, мы сделали, добились, чтобы дети наши ходили безопасно в школу по пешеходному переходу. Мы добились, сделали от самолета переход, потом они пошли по тротуару, пошли в школу. Ну, на этот пешеходный переход автобус, 2-й маршрут 52-го, вы сами видели, подъезжает, разворачивается летом. Здесь раз машины, пробка. Уже здесь очереди идут с моря, подбивают. Уже 2-3-4 человека у нас подбили. Это нарушение правил дорожного движения. В смысле травмы получили? Да, травмы получили. И у нас есть зафиксированные даже на... Мы это посылали наверх в Автодор и так далее. Вот.
Поэтому мы просим, чтобы эта остановка здесь не была. То есть она не остановка, а как она называется? Промежутка какая-то или что там? Потребование, чтобы убрать. Правильно, конечно. Правильно. Вы вот услышали, да, меня, видели, да, что... А летом вы видели, да, когда он сдает, да, задом, да, а все, да, с детьми, да, малыми смотрят. Да, моря, да, на море, они бегут в этот автобус. А что он видит, конечно, при этой жаре под 40 градусов? Ну, вот об чем речь вести хотим. Магазин на магазине. Магазин, да, я думаю, что автобус по кругу, если такая частота будет движения, там через 5, она нас устроит. Я всегда говорю, почему люди, которые живут на Белевичах, да, на Галовке, да, должны ждать 20 минут лишних, что наша с гарнизона поедет 45, да. Мы должны все жить в одинаковых условиях. Поэтому это автобус, если пустить по кругу, мы будем все одинаково. Ну и что, что мы проедем с гарнизона на 5-7 минут дольше? Да, зато мы посмотрим, как люди живут, что происходит. Этим по кругу автобусом. Я тоже выслушаю обратную сторону. Но ради безопасности людей и детей нам это надо сделать. Убрать вот эту промежуточную остановку с пешеходного перехода. Вот. Я не знаю, поддерживаете меня, да, или нет. Поддерживаю. Да. Поэтому это беда наша. Даже вот если кто-то один пострадает, человек, да, это не стоит этого всего разговора. Ну вот как-то так я хотел изложить. Даже с катера мы опаздываем, с катера слушаем перевозчика. Теперь его видение, как автобус. Да, перевозчик пусть там скажет. Валерий Михайлович, я двумя руками за то, чтобы было маршрут боковой. Ну, чтобы не сняли у нас маршруты. Я сначала не чтобы не раз в час они были. Да. Каждые 15 минут. Сказали вы про дорогу, которая от аптеки идет, да? Я не говорил про это, мы не это рассматриваем. Вот вы по маршруту говорите. Но они не хотят. Не про проблемы. Другой переводчик придет выразить. Какие проблемы? Сегодня у нас два маршрута. Тихо. Сегодня два маршрута, вы все знаете, которые работают с площади Захарова на Любимку. Один ходит до гарнизона и обратно. Его обслуживает магистраль Юг. Второй маршрут до гарнизона и по кольцу через Белевичи уходит через пост обратно на Захарова. Вот они два маршрута, собственно говоря. Ну, для максимального удобства изначально они были созданы. Второго маршрута не было, вы знаете. Раньше было только до гарнизона и все. Там редко-редко ходило, 8 рейсов в день ходило по кольцу. Сейчас их 52, если не ошибаюсь. 26 в каждую сторону. Вот. Пустить маршруты навстречу друг другу не позволяет ширина проезжей части. Не надо нам навстречу. Не надо. Зачем навстречу? Оно не имеет. Смысла никакого не имеет. А вы предлагаете, я так понимаю, запустить оба маршрута по... Да. Этот вопрос решить перевозчик не может. Почему? Почему? Объясняю. Потому что организацией перевоза в городе Севастополе занимается департамент транспорта. Убрать его тогда. Уже два года не было. Давайте дослушаем. Вопросы зададим. Дослушаю. У перевозчика, который работает так же, как вот и у меня, да, и на гарнизон работает магистраль Юг, по кольцу обслуживает Евротранс. У магистраль Юг заключен контракт на этот маршрут. То есть это может изменить только заказчик, то есть только департамент транспорта может изменить этот маршрут. Поэтому все, что нужно сделать, это написать письмо обращения вот, с просьбой изменить, грубо говоря, маршрут номер 52А. Все. Уже два года пишем такое письмо, и два года отправляем, и ответа никакого. Два года назад, да, перевозчику за его подписи мы отправляли, значит, обращение. На месте стоит два года, есть бумаги. Отправляли. Да. Ну, вы помните сами. Я помню сам, да, прекрасно. Отправляли мы, направляли в департамент транспорта. Но за это время, получается, департамент транспорта создал ГКУ, государственное казенное учреждение, дирекция автомобильного транспорта. Вот. Сейчас долго-долго передавались полномочия от департамента транспорта в ГКУ, и по большому счету, вот сейчас вот почти они уже начали заниматься этой работой. То есть этот процесс передачи шел очень долго. То есть вероятность решения этой проблемы есть уже, да? Решение этой проблемы есть. Но ну да, это ж ваши силы. Эту проблему может изменить. Нет, и решится вопрос с остановками, дорогой и со всем. Только заказчик перевозит. Заказчиком есть. Пустили, пошел по кругу, и вот катайся вот так. Нет, ну и не надо никаких. Поняла, то департамент транспорта уже к этим перевозкам никакого отношения не имеет. Департамент транспорта, он так и остался. Значит, надо всех поднимать из департамента. Транспорта в городе решает департамент транспорта. Но непосредственную работу с организацией работы по контрактам
Этим занимается ГКУ, директор автомобильного транспорта. То есть они вот в части организации перевозок по контрактам передали это в ГКУ. Это вот долгий процесс передачи, собственно. Бюрократически. Решить этот вопрос. Одна настройка, вторая настройка, третья настройка. Да, одна проблема решится, если пустить. Можно я еще дополню? Вот такой вот у меня вопрос. Говорите. Вертолетами предлагаю. Можно еще я дополню? Мы сегодня для чего и собрались? Ну да, я же говорю, сразу все проблемы решаются. Если это всем интересно и всех это устраивает. А то усолят там остановку, тут остановку, тут остановку. Давайте мы его послушаем. Пишем письменно, вы делегируете нам, депутатам, и мы отправляем запрос и начинаем заниматься этим решением этого вопроса. Не вопрос. А если у них опять реконструкция? Да можно без если, не если. Но не, ну уже ж прошло сделать. Так. Я не могу за них получается, ответить, два года лежит завтра. После реконструкции идет какая-то. У меня такой вот вопрос. Водители 52-го маршрута никогда не жаловались, как им приходится ехать от остановки Софьи Перовской и вот туда вот за мост. Когда в летний период, когда много машин, в два ряда вдоль дороги, с этой стороны и с той стороны, стоят легковые машины. Отвечаю сразу. Я сколько раз видела. Жаловались. Я сколько раз видела, водитель едет и начинает дергаться. Да. И развернуться не может. И не может. И он пропускает. Едет вот такая большая машина, и водитель полный, груженный людьми. Он должен пропустить вот эту громадную машину. Да. И они по-наглому стоят от остановки Софьи Перовской и вот туда вот до моста. Два ряда по обе стороны. И остается этому автобусу. Закон имеет право. И не только там. Нету. Вот до самого КПП. Вот так идет дорога, вот до самого КПП. Единственное, где не стоит, это на мосту. Я была пассажирка, я ехала, и водитель этот первый парень, он сидел. Уважаемые жители, я еще на секунду хочу заострить внимание, чтобы так не получилось, что пустили по кругу, а интервалы... Час, по 40 минут, по-моему, часа. 15 минут. 15 минут. Все там промежутки сохранили. Да. Этого хотим. Да. Правильно описывайте. Валерий Михайлович, ну вот поймите, если два разных перевозчика, на два... А это не наши проблемы. Они получают дотацию от государства. Как вы думали, за лишний круг? Конечно. Но... Нет, я ничего не имею против. Я имею против, что сейчас вот этот вот магистраль Юмич. Не хотите? Я уйду. А, в таком плане. Конечно. И едет, и будет я ездить только один перевозчик, который будет ездить на все пути. Ну так это опять решаемое. Вот стоит правильно, компания. Пусть решает. Желающих много работать. Не мы же решаем. Послушайте. А давайте положим это опять же на бумагу. Да. Конечно. При закруглении маршрута соблюсти такой-то там тайм. Между... Это же не мы решаем, а они у вас здесь сидят. И мы будем с этим работать и нести депутаты проиграют больше за эти. Единая Россия. Да их работают. Наши предложения, вы тогда дальше. Вопрос там, другом. С департаментами связывайтесь. Вот подумайте немножечко. Сегодня один из маршрутов отправляется от гарнизона прямиком на Северный. Вот. Второй маршрут от гарнизона по кольцу идет. Естественно, это дольше. То есть не появится и у нас большое количество недовольных жителей гарнизона, которые раньше прямиком от гарнизона ехали на Северную, а тут им устроят экскурсию по Федоровской. Ну, вот же сказал, 5 километров не делает погоды. Не проедет. Не проедет. Не проедет. Не проедет. Не делает погоды. Значит, я вам хочу сказать. Все не говорите. Вы понимаете, что ситуация. Перевозчика мы можем поменять. Вы понимаете, что ни один перевозчик. Не хочешь ты, будешь ты другой. Понимаете, здесь состыковываются две системы. Качинский перевозчик. Это тоже другое. Здесь определено, которые с нахалки подбирают, вот эти маршруты такие установлены, чтобы они без работы не были. Вот. А нам это не интересно. Нам нужно, как мы здесь живем, как нам. Правильно. Понимаете? Нас не интересует кача, какой будет перевозчик. Нам нужно
через 15 минут, чтобы ездили, и будьте добры. Опять 10 минут уж проехать. Они погоду не сделают. Обиднее. Да, мы больше стоим порой на остановке. Тише, служба раньше выходи на 5 минут. Если в больницу или куда-то. Так я же говорю, если так пойдет, так все проблемы решат. Девчата, ну по очереди там пусть говорят. Не надо забираться. Не взяли на конечность. На конечность сделать так. Вот посмотрите, там же невозможно идти на конечность. Народу столько мнений не нравится, тебе не нравится. Это же мы не паспорт. Все равно не придем к общему. Вы же все видели КамАЗ, вакцинация на площади Захарова. Так чтобы его забрать вечером, я ГАИ города поднимала. Потому что, несмотря на столбики, все равно паркуются люди. Это от культуры водителя зависит. Все равно не решим этот вопрос. Давайте по существу вопроса ложить на бумагу. Вот сегодня, да, вот эти вопросы вот давайте. У нас есть еще один выступающий. У нас есть Геннадий Сидоров, который является общественником. Не забывайте, в России поговорка есть. Обещано 3 года ждут. Любой вопрос решит, надо 3 года биться. Вот мы 2 года уже бьемся, это вот 3-й год пошел. Вопрос к переводчику. Потише, послушайте. Можно добавить остановки, например, от Любимовского моста до Софьи Перовской? Очень большое расстояние. Да. А поселок новый строится. Ой, там остановка на остановке. От Нахаловки до Пожалуйста, пишите запросы, пусть ставят. Я не возражаю, но не надо ломать то, что сложилось уже веками. Кто ломает? Дополнительные потребования остановок. Да вы им поставили эти остановки, учите, не надо. Значит, протокол внесем. Большое расстояние. Да, я сказала, сколько, 1.5 километра. Девушка, протокол вы хотите, чтобы несли? Да. Для кого остановка? А там, где строится сейчас? Там сад идет. Там сейчас, извините меня, земля сельхозного значения застраивается. Для вас ставить, ребята, решайте проблему. Мы решаем свою проблему. Давайте дальше. Я попытаюсь кратко, чтобы вы понимали. Меня зовут Геннадий Сидоров. Понимаете, хотелок очень много. И все они понятны. Но мы всегда будем упираться в закон. Вот хочешь, не хочешь, упремся в закон. Вот то же самое остановки у нас, которые находятся на Софье Перовской, остановка, которая дублирует гарнизон. Они все находятся на Т-образных перекрестках. Вот эти все движения, которые сейчас происходят, они основаны на приведении в российское законодательство. Мы долго гавкали с департаментом транспорта, представителем Севавтодора. Вот. И поэтому хотим или не хотим, придется выкручиваться. Та же самая парковка, которая сейчас есть по правой стороне, когда вот мы едем в сторону Качи. То есть, грубо говоря, там до 3.5 метров нельзя парковаться к перекрестку, дальше можно. То есть определенные парковки будут сохранены. Но сейчас стал вопрос, к примеру, парковка под таксистом. Парковка под таксистом законная, допустим, для них, которые работают, платят деньги в бюджет, имеют регистрацию. Она, возможно, только может появиться только тогда, когда переместят остановку, которая сейчас дублирует гарнизон. То есть после закольцовывания маршрута. Потом карман, который сейчас новый сделали. Многие говорили, писали в сетях, что делают только из-за того, что с утра там люди, которые ставят машину, пьют кофе. Ребята, у нас много есть опасных мест, узких гор, где никакой знак не спасает от того, что люди кидают свои машины. И от того, что мы сейчас по этим, так сказать, просьбам определенных жителей Автодор увеличил этот, точнее уменьшил карман, который был естественно, это не отменяет, что будут там машины парковаться. Предложение такое, уменьшить хотя бы на 1-1.5 метра этот бордюр, который сейчас они вынесли. Потому что мы не застрахованы от водителей, которые поставят машину и, как в сетях пишут, паркуются как чудак на БУЭМ. Да? Вот. И предложение, они, Автодор, лично представители дирекции и Давыченко, они говорили, что они специально делали этот карман по огибающей. Мы зрительно прошлись и посмотрели, что огибающий радиус есть только в одном месте, а в другом месте на расстоянии буквально
12 метров, этот бордюр сильно вынесен, да, да, да. И он не соответствует этой параллели. То есть предложение минимум на метр перенести обратно этот бордюр, который в кармане. Метр, не метр, метр 20. Почему? Потому что один водитель припаркуется елочкой, другой там. А присуженной дороги водитель, который нехороший человек, вот он поставит елку, и автоматом уже придется автобусу его огибать и выезжать на встречную полосу. Вот. Уважаемые жители, у нас в гарнизоне, послушайте внимательно, потому что опять уйдет это, надо протокол внести. Вот вы вышли, приехали в гарнизон, остановились справа с остановки и идете без пешеходного перехода в гарнизон. Да. Сейчас сделали ограждение. Я прошу внести в протокол, чтобы напротив Ласки одну сняли ферму, сделали пешеходный переход. Я это просил 3 года назад. Никто ни хрена не делает. Вот. Понимаете? Никто не слышит меня. 16-18, там между домами стоит переход. Где остановка? От Ласки на эту сторону. Вы дома я делали забор. Да вот вы говорите, чтобы снять одну в проезде. Валерий Михайлович, а добавить я хотела по поводу гарнизона. Поставили нам знак, запрещенная эта стоянка официально, вот как от гарнизона и до общежития дальше. Но получается не двустороннее движение, а все равно одностороннее движение, и машины стоят в наглую. Это к кому обращаться? Это обращаться к ГАИ. Заканчиваем ремонт этого всего. В общем, смотрите, бесполезно. Давайте балаган будем разводить. Мы вам это добавляем. Давайте не будем балаган разводить. Уважаемые, у нас сейчас два вопроса. Подытоживаем. Сейчас зачитаю то, что мы здесь протокол. С вами сочиняли. По каждому пункту и так далее. Так? Да. Постановку по маршруту, по движению, по чем еще? А по дорогам? Только этот вопрос. Сейчас два вопроса. Когда и Карлс их водили, всем хватало мест, все проезжали. Единственное, что на Белевиче, нет, перегрузка, стоял знак. Грузовой транспорт движение запрещено. Здесь нельзя было делать. Там знак стоял. Товарищи, внимание. Подождите, это отдельный проект, так и сделали. Вопросы, которые мы ставим на голосование. Из всего того, что здесь все говорили, переговорили, я все внесла в протокол, но вопросы конкретные, которые ставятся на голосование. За что мы будем сейчас поднимать руки? Остановка у павильона Софьи Перовской должна соответствовать всем правилам безопасности ПДД, жизнью и здоровью пассажиров. Нет, не так. Потому что на эти правила дорожного движения мне в прошлый раз рассказывали целых 5 человек, что вот они тут выполнили, а то, что у нас была старая остановка, она не соответствует этим правилам. Вернуть вот старый карман, остановку. Я до кармана еще не дошла, Ира. Ты выслушать можешь? Подождите. Ты перебиваешь на полуслове. Ну три вопроса, это первый вопрос. Ну я еще даже первый не услышала. Ты можешь сначала прочитать. Все, давайте. Значит, еще раз. Остановка у павильона Софьи Перовской должна соответствовать всем нормам безопасности ПДД, жизни и здоровью пассажиров. То есть ее нужно реконструировать. Снять вот эти железные двери, окна, да. И сделать там место для ожидания транспорта пассажиров, там а не, извините, общественный туалет. Там было, да. Дальше. Ливневку восстановить по улице Качинское шоссе, на которой стоит вот этот ларек. Потому что вода, если будет дождь, у нас с площади у остановки уходить не будет, ей некуда уходить. Заездной карман для автобуса маршрута 52, 36, 42, 51 оставить в прежнем виде. Вернуть ширину бордюра на прежнее место. Да. Островок безопасности оставить в краске, сделать четкие, уменьшить. Сделать четкую разметку с указателями. Новая остановка по требованию с заездом на пляж должна остаться остановкой по требованию. Да, да, да. По требованию. Все, мы за это будем голосовать. Да, да, да. Поднимите, пожалуйста, руки за проект этого голосования. Кто за? Считайте, кто считает? Счетная комиссия. Ира, считайте. Да, нет никого. Воздержался, давайте. 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 25, 26, 27, 28, 29. А еще? Дайте досчитать. Да, 34, 35, 36, 37.
40 человек. Потому что, может, я кого-то не посчитал. Кто против? Против кто воздержался? Они за. Кто против? Нету против. Воздержавшийся? Нету. Фамилия. А клоуны идут в цирк. И делают уроки. Сделали. Итак, решение по данному вопросу, за который мы проголосовали, принято. Сейчас вам необходимо написать вот в этом листочке свою фамилию, имя, отчество, адрес, телефон и личная подпись. Ира, а как насчет кругового? Где будет остановка? Ребята, у нас сейчас давайте не будем помогать. У нас два вопроса. Три вопроса. Вот они решают. Сейчас про дорогу разговора нет. Нет, про остановку мы говорили, круговую вот это. Так мы... А что мы? Мы про остановку. Да, еще пока земля родина. Простите, голосование отдельным пунктом несу. Давайте голосование по закольцованию. Сколько потратил энергии, сил, слов. Прошу голосовать. 52-й маршрут пустить по кругу без остановки в гарнизоне. Конечно. 40 человек. Так же все 40. Скажите вам, пожалуйста. Вот такой документ был подписан с приложением протоколов собрания и подписями жителей. И 12 числа я прошелся опять и заснял то, что происходит. Какая реакция на все это, посмотрим. В совещании в начале апреля было принято решение, что эта остановка должна быть, и быть она должна быть по требованию. Ну, посмотрим, что дальше. Тут работы еще не закончены, все так брошено, никого нет сегодня. Ну а здесь просьба жителей игнорирована, сделали большую площадку здесь, дорогу сузили и нет кармана, где автобусы заезжать теперь сюда. Значит, здесь все, остановки не будет, что ли, так понимать надо. Потому что если автобус вот так вот встанет, то кто куда поедет дальше? Вот такая ситуация на сегодня здесь, на Качинском шоссе. Подошел автобус, теперь посмотрите, что здесь происходит. В связи с тем, что дорогу сузили. Такая история здесь. Здесь продолжаются работы. Вопрос водоотвода здесь так и не решен. Здесь обычно стоит огромная лужа. Сейчас я покажу, как было недавно совсем приливнем. Остановка Софьи Перовской. 7 минут шел ливень. Куда собирается вся вода? Где останавливался автобус должен был? Он теперь останавливается на пятачке. Потому что там пассажирам негде выйти просто. Стоит огромная лужа. Раньше был сбор воды, уходила сюда вот за эти здания. Там было небольшое болото, туда вода собиралась. Сейчас это невозможно сделать. В воде уходить некуда. Ливневка отсутствует. Вот обращаю внимание, за остановкой уже когда перебрала полностью, через остановку вода бежит туда. А должна быть ливневка, чтобы вот этого уходила. Никто это не сделал. Высадка пассажиров на центре перекрестка. Нарушение всех правил дорожного движения. Постоянно происходит.